Прохладненько что-то сегодня. Минус 10, что я хотела-то? Ой, малахай расстегнут. Моська, немного это. Пересып сегодня был конкретный. По всем стандартам сна сегодня был пересып. Только горячий чаек, да? В этой шапке лицо такое странное. Так-то лучше. Не, вот так вот. Да пофиг. Взяла, оторвала половинку своей салфеточки, потому что обозначила свою елочку. С утра что мы ели? Трубочки? Ну так вот, все трубочки уже выветрились во мне. Я голодная, как волк. Кстати, о волках. Это собаки! Только я в лесу могу, да, волка звать? Остыла, но не замерзла в кол. Здесь могло бы замерзнуть в рюкзаке. Нифига. Тишину послушайте. Ветер собирается. И поезд едет. Тарелку прям взяла. Да-да-да-да. И руки мерзнут. Ой, что тут? Цивилизация везде. Время 2:30. Я хотела попозже сесть пообедать. Телефонный звонок. Все обломал. Не, неплохой телефонный звонок. Желанный, долгожданный, но, блин, сбил меня с намеченного пути. Ладно, ему простительно, этому звонку. Нам осталось... Что нам осталось? Нам осталось 7 километров. Это только до поселка. Я их должна преодолеть до темноты. Время 2:30. Темнеет, да? 3:30 будет жопа. 4. То есть сейчас надо будет просто лететь. Здесь в этой стороне обитают волки. Уносят собак. Кто им съест? Уносят волки, например. Пока они косточку грызут, я... Это будет фора для меня. Чай уже остыл, прикиньте. Я теплые не люблю. Либо горячие напитки, либо холодные напитки. Теплое не мое. Так что сейчас будем просто нестись. Навстречу ветру, свету, солнцу и планетам. Природа какая. Ой. Как часто у вас вот так вот происходит? У меня стараюсь регулярно. Ну а что, погулять все равно надо куда-то сходить. Что думать сидеть? Пока в отпуске. Сейчас на работу выйду. Хрен вообще куда пойдем. Останемся дома. А вечером, утром идти гулять. Темно. Перед работой. После работы идти гулять. Темно.
Выходные дни только. Сегодня 22-е, 23-е, 24-е, 25-го на работу. 25-го на работу. Последний. Не денечки остались. А на выходных на этих я планирую с вами все-таки сходить уже на рыбалку. Через совхоз замерзает, прикиньте. Через совхоз, через Кристину. Пойдем на рыбалку. Вчера видела, что Папановы уже ездили эти мотособаки или снегоход. Может быть, сейчас уже люди накатают, и там будет на самом деле можно уже ходить и ездить. Надо маникюр приделывать. Какой цвет еще не определилась. Нюдовый не понравился. Красный опасно, хорошо. Он мне вроде и нравится, но я не знаю. Я еще спрошу мнение авторитетного человека. Четвертую не осилю, но третью осилю, так и быть. Кстати, кто-то писал, хрящики никто не любит и кожу. Кожу согласна, но хрящики, как их можно не любить? Они так похрустывают. Так вкусно, что умереть можно. Да блин, остывает чай, капец. Холодно уже в этом, в горке. Теплый костюм надо доставать с гаража, смотреть, что там лежит. Если в гараже что-то еще лежит. Теплое глянуть. А сегодня как раз был в той стороне. Возьмем ключ. Зайдем в гараж. Заберем красный комбинезон, купим молнию. Надо найти специально обученного человека, который умеет шить, чтобы нам сделали молнию. Где мне такого найти? Я не знаю. Татьяна Михайловна попросить? Самой? Не, ну Google до Киева доведет, конечно. У нас есть швейная машинка у папы. Папа умеет. Но я сомневаюсь, что он будет этим заниматься. Может, Катя? Точно, у Кати спросить. Катя все умеет тоже. Все, больше не хочу. Катя останется. Сказать, что обожралась, нет. Наелась, да. Птицы какие-то летают. Мандарин-то где? Мандаринка. И бокальчик любимого игристого. Скоро Новый год? Хотите Новый год? Есть новогоднее настроение? И у меня его нет.
Я обычно уже в ноябре, когда искусственная елка была, я уже ее ставила. И у нас уже стояла елочка. А что у нас только красные? Мандаринка. Шапка лисья Малахай, супер теплая шапка. Мы потеряли 10 минут времени на Бугбанк. Это полкилометра минус. Пойдем, значит, еще быстрее. У нас есть с собой оружие. Если что. Нож. Живыми не дадимся. Ну или, по крайней мере, целыми. Где вторая-то? Со штатива слезайте, погнали.